have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, экзанима, суббота, все дела, вы знаете. Пойдемте прям с места, как там, с места в карьер. Кстати, не знаю, такое себе выражение. Хорошо, дуэль на новичках. У меня есть живой новичок. У меня есть живой новичок. И дуэль, ну давайте, сходу прям вот, разогрев. У нее волосы белые, у него, не знаю, кто это. Существо какого пола? Видимо, женского. Не-не-не-не-не-не-не! Ох ты ж! Хорош меня избивать, тварина! Я сначала подумал, что говорю, что волосы белого цвета, что это... голова забинтована. Да хорош! Есть! Вот я вот этого хедшота добивался. Есть. Нормально. Фух. Жестко, жестко. Знаете, такой прям впрыск адреналина с первого раза. Да, я же себе вернул золотой. Есть, есть, есть такое. Я вспомнил только об этом, сразу аж хорошо стало. Так, это у нас меч на новичка. Кстати, неплохой меч. У меня на него тупо не хватит. Ладно, ясно, понятно. Пойдем. Нам тут нужно этого неумеху 55-го подымать. Поэтому пойдем мы сейчас, наверное, еще и на неумехах. Схватка на неумехе. Не, пойдемте. Пойдемте на дуэль. Начало было неплохо, не убьют. Что-то странные, долгие такие подгрузки стали. О! На тебе по щам. Ай! И мне по щам. А-ха-ха! На тебе, на! Та, я уже сам подставился. Ну, два посоха, на самом деле, да, это был опасный противник. Я после стана сам подставился, к сожалению, неудачно, поэтому мне прилетело. Пойдем в... Драку на неумехах, да, деньги. Деньги, деньги. Деньги никогда не повредят. Сейчас и... Вот в драку реально ходишь чисто за тем, чтобы заработать. Потому что неплохой выхлоп по деньгам выходит. Кулачный бой, чтобы отличиться. Драка, чтобы заработать. А остальное для веселья. Так, кто-то уже отъехал. На тебе по репе. Блин, у них эти серпы. Вот серпы, это, кстати, опасно. Такой подошел, ему прилетело, знаете, серпом куда. Прям как в той поговорке. До свидания. Ну вот, чисто flawless victory. Заработали деньжат, нифига не поделали, все нормально. Так, куда мы можем пойти? Драка, двое на двое на неумехах. Двое на двое, кстати, хорошие деньги. Пойдемте еще раз в драку. Логика абсолютнейшая просто. Хорошие деньги, но пойдемте в другой режим. Вот на самом деле посох с острыми концами, с вот этими гвоздями, с чем оно там. Вот это вообще имбовое оружие, по-моему. По-моему, он весом таким же, но у него еще и эффект было... Смотрите, смотрите, какой хедшот прилетел. Просто сбило с ног и все. После этого добили. Вот, в общем, вот такую штуку надо будет заиметь себе. Надо будет чекнуть в магазине. Она еще сейчас победит, смотрите. Хотя... По-моему, зарядил. Иди нафиг! На, слили ее. Просто этим чуваком мне будет легче справиться. Иди сюда. Тут посветлее. Т.
Прикиньте, я такой говорю, мне будет легче справиться, и он меня сейчас ваншотнет. Ну, не, это же экзанима. Эпичные фейлы. Это наша профессия. Все, до свидания. Ох, блин, я заржавел. На самом деле, я не играл очень давно. Ну как очень давно? Недели полторы, если не больше. Вызов. Ну, вызов это тупо... Ой, пойдемте, пойдемте на зачистку, давайте. Давно у нас не было такой ереси. На. Он верхними ударами рубит. Это на самом деле... Опасно! На. На. Отбиваем. Отбиваем. Отбивную делаем. Так, ну тут с этих чуваков на самом деле собирать-то вроде нечего. Сейчас. Ну ботиночки можно получше, да, вроде как? Потому что... Да-да-да, ботинки получше. Ну и как бы все, да? Тут рубашки, оно все одинаковое. На этом уровне собирать что-то абсолютно бесполезно. Хорошо, поехали дальше. Он тычет молотком, серьезно? Нет, ну на самом деле кинетической энергии молотка может хватить на хороший тычковый удар. До свидания. Главное, чтобы ни серп и ни... Ни серп и ни посох, блин. Это арматура у нее сейчас была? Такая в желтом. Как это звали героини из «Убить Билла»? Не знаю. Кстати, «Убить Билла» это не самый мой любимый фильм Квентина Тарантино. Да, он, по-моему, там просто примазался со стороны. Вот. На самом деле его фильмы, они такие пожестче. На, это арматура. Ну, лом арматура, потому тяжелее, потому я ее укатал. Но вот этот желтый костюмчик очень такой. Да, до свидания. Вот этот удар под челюсть тоже был хорош. Ну, то есть, смотрите, единственное преимущество посоха... Так, оп, я, по-моему, наступил тебе на ухо. Знаете, как говорится, медведь на ухо наступил. На тебе. На, по почкам. И все, смотрите, как раскладывается. То есть, я за 5 боев не получил ни одного удара. Flawless victory. Я не знаю, когда меня эта привычка отпустит, но мне нравится. Ладно. Так, хорошо. Что у нас здесь? У нас здесь жилетец. Кираска-то на новичка хорошая, тоже за 1 золотой. Неплохо. Но мы пока зарабатываем бабло. Шестопер, кстати. Блин. Ну, он тяжелый, он тяжелый, он тяжелый. Погодите, я с тяжелыми оружиями не дружу, я не знаю, какой у них замах, поэтому... Минуточку, у нас ты случайно не прокачался? Ха-ха! Да, оба, кстати. Оба, кстати, хорошо. Вообще красиво. Значит, навыки. И далее... Так, ты у нас... Стоп, 33-й это у нас новичок. Да, это новичок, и он прокачался, и он красавчик. Ха. Хорошо. Так, реально, вы мне хотите сказать, что я из-за высоких сапог? А, это правда. Ладно, ребят, пардоньте, я, видимо, в прошлый раз дико протупил. Я не думал, что высокие сапоги настолько высокие сапоги. На тебе штаны.
То есть, блин, я такой думаю, почему у меня штаны желтые не одеваются? Спасибо, что написали в комментах. Реально, я думал, что высокие сапоги, они где-то вот посюда или что-то такое. Я не подразумевал, что... Ну, как бы не подозревал, что они... Но у них тогда офигительное покрытие, смотрите. Это хорошая вещь. Так, чем мы тебя качаем, дружище? Отражение, атака, так, погоди. А здесь можем качнуть маневрирование в броне. Да, поскольку мы сейчас будем потихонечку на них надевать броню разную, то маневрирование в броне у нас становится более важным атрибутом. Так, это ты у нас в крутых штанцах. Упорство. Я тебя тоже могу прокачать. Быстро. Парирование. Ложный замах. Отказ от атаки. Ложный замах и быстрая повторная атака. Ну, смотрите, тут я ничего ему не могу качнуть. Угу. Отказ от атаки, быстрое парирование, быстрое продолжение атаки после парирования. Вот это, кстати, хороший навык. Так, что у нас тут? Девушку. Ее тоже можно качать. Хорошо. Маневренность в броне. Парное оружие. Да, ношение парных оружий, наконец-то. Так, ты у нас, дружище, стой. Ты нам нужно... А чтобы парное оружие, нам нужно еще качаться и качаться, ясно. Ложный замах. Так, это у нас есть, это есть, это есть. Атака после парирования. Давай мы тебе это вольем. А сколько сюда можно? Так, на тебе... я могу что-то... Одно. Тогда пусть будет маневренность в броне. Пока что будем прям сначала качать. Так, арсенал. Арсенал, арсенал. Ты у нас на что? На кандидата. Шмотки. На кандидата. А ты у нас кандидат? Погодите. 55-й у нас... А шляпа-то осталась. 33-й новичок. Все новички. 55-й у нас кандидат. Хорошо, значит, на кандидата можно шмотки на кандидата. Это логично. Не надо. Так. 30... Ай, чувак, ну фига ли ты... Вот, все. Далее. Новичок, все правильно. Новичок, все правильно. Неудачница. И ты у нас кандидат. Все, супер. Значит, на тебя можно кандидатские шмотки нацеплять. А это значит... На тебе сапоги. Это значит... Нет, это новичка. Это значит, на тебе шлем. Курточку. Чтобы ты не замерз. Ладно. Но перчатки вот у нас для кулачного боя. Знаете, кстати, что насчет кулачного боя? Ух ты ж, елки-палки. Вот так вот сделаем. Я же тебе давал куртку, чтобы ты одевала жилет. Тебе надо не жилет, тебе надо рубашку какую-то, да? Тканная рубашка. На тебе тканую рубашку, чтобы ты ее могла носить. А, так у тебя есть тканная рубашка, фига ли она у тебя... А она вместо чего? Кожаные наручи? Погоди. Кожаные наколенники, все дела. Жилет на новичка. Жилет. А, у тебя гамбизон. Ладно. А, просто прям проблема. Серьезно. Что я вообще хотел? Ты тоже у нас с тобой все в порядке. Я хотел... Вот, мой основной браулер. Я хотел, чтобы у него были вот эти вот перчатки.
Все, они у него. Попробуем, как-то теперь все будет работать. Фух, хорошо. Поехали дальше. Значит, у нас чел-кандидат. Можно сходить в зачистку на кандидате, кстати. Я не против. Я его там чуточку приодел. Опа! На тебе в зашей. Какой-то у нас песчаный воин. О, хорош хедшот прилетел. Как ты не сдох от него? Чувак, у тебя пол челюсти осталось. До свидания. Ну да, этот хедшот ему хорошо прилетел. Минуточку, пояс я могу себе перецепить? Ха-ха-ха. Еще половинка защиты. Так, сапоги. Ну, сапоги я смысла не вижу менять, потому что хорошие, высокие. Поехали дальше. Пояс я у тебя забрал, все, чувак. Теперь, когда тебя будут хоронить, с тебя будут спадать штаны. Блин. Скажите, что я ее по руке сейчас ударил. Есть, есть. Хорошую двоечку прописал. Да, ёлки! Это было больно. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй, вы чё? Есть! Нет, то-то-то-то! Ёлки, тыкнуло! Печаль. На самом деле такой тяжелый бой был почему-то. Хотя я ей хорошенько навешал. Я думаю, она там тоже такая немножечко уже подкуксилась. Ладно. 33-й, значит, у нас новичок. Пойдем, что у нас зачистка на новичка есть. Хорошо платят. Я не сказал, что я это выиграю. Я сказал, что хорошо платят. На тебе. Надо сбивать ей баланс. Нормально. Фух. Так, что у тебя? Что мы можем с тебя снять? Наплечники. А, кстати, наколенники. Наколенники это... Да, если я сниму... Минечка, а что мне не дадут? 2-1,5. Неплохо. Сапожки не так дают, поэтому я одену вот эти ботинки, вот эти наколенники, наручи, естественно, тоже. И перчатки, конечно же, тоже. О, комплект. Теперь, кожаный жилет на новичка, 1,5, половинка 1,5. Режущий, колющий, неудобство. Это, кстати, получше. Этот, кстати, получше. Хоть он и женский, но мне как-то пофиг. Что вы даете? 2,5-1,5. Эти похуже. Чуть-чуть. Нормально. Итак. Вспоминаем нашу боевую юность в виде Ксены. Я с этим жилетом ходил, если что. Если вы... кто помнит оригинальную игру, там была прям ржака с этим немножечко. На. Не-не-не, разрываем дистанцию. На свет, иди сюда, вызываю тебя на свет, демон. Оп-оп-оп. Ай, ну это было без шансов. Удар топориком в репу, это, блин, это жестко. Ну и после такого уже не встают, естественно. Да. Дуэль на... Драка на кандидате есть. Есть вот дуэль на новичке. Давайте мы Делнита нашего сводим. Что-то давненько он не ходил проветриться. Выиграй, пожалуйста. О! Минуточку. А! Нет! Чёртово копье!
Офигеть! Ну, как так? Я хотел сказать, первый удар хороший был, потом я понял, что первый удар, это он сам на копье тупо напоролся. Офигеть! Смотрите, как его покалечило. Ладно. Есть... что у нас там? Есть зачистка на кандидате. Давайте фиг с ним. Да, жизни не так много, но мне интересно. Мне хочется именно больше геймплея, а это... Самый что ни на есть геймплей. Сдохнуть, блин, например, не хочешь? У нее, кстати, на. Кстати, красивое сочетание персонажа, смотрите. Брюнетка с зеленым и черным. Симпатично. Что мы можем у нее позаимствовать? Да, в принципе, наверное, ничего. То есть... А ты что? А ты у нас жилет. Жилет у нас наполовинку. Не, курточка получше. Гамбизон. О, гамбизон можно бы и одеть. Он идет в прослоечку, так что неплохо. Между курткой и этим. Да, ребят, вы там говорили насчет слоев, одежды, все дела. Я прекрасно это понимаю. Проблема в том, что я немножечко подзабыл, какие слои одежды и к чем. И я иногда путаюсь. Я могу какие-то... Уйди, фух ты ж. На тебе по щам. Вот, например, какие рубашки, гамбизоны, куртки, как это все накладывается одно на другое, я немного забываю, и это для меня может становиться проблемой. Особенно при том, что мне приходится покупать вещи, и я не всегда могу правильно вспомнить, что под что на что одевается, и могу где-то слить одежду, ну, слить одежду, слить деньги. Ай, на покупку одежды. Ай-яй-яй, мне потом... Будет жалко, что я это сделал. На тебе. Да сдохни уже. А, какая-то бабка вывалилась на меня с кувалдой. Ты у нас кто? Вот куртка на половинке. Вот моя куртка получше, да. Все, тут не трогаем. Мы сейчас неплохо, кстати, оделись. Перчаток, наверное, не хватает. Чертовы вилы! Ой, там просто хедшот. Смотрите, я ее стою и сбиваю, сколько, 4-5 ударов нанес. Один раз промазал, бам, хедшот вилами, все, полжизни. Ну, БРСТ, просто как? Что это за имбища такая? Кстати, копье. А знаете, я его куплю. Идите все в задницу. Минуточку, может, у меня уже... Не, я такую ошибку совершать не буду. По-моему, у меня уже есть копье. Ну-ка, управление. Не, у меня нету копья. Мне казалось, что я его уже покупал. Но нет. Оказалось, что казалось. Так, хорошо. На кого оно? Это на новичка? Это на новичка копье. Ну, оружка хорошая. На кого я его одену? На кого я его одену? Так, хорошо. Это, конечно, все здорово. Вот, наручи на новичка. Не знаю, кстати, как насчет наручей. Кожаный фартук. Гамбизон. Гамбизон за золотой и 6. Елки-палки. Ну, он прям хорош. Его тоже брать надо. Угу, понял. Если покупаем копье, не покупаем гамбизон. Ладно, управление.
центр управления. Далее. Вот, ты у нас кандидат. Нет, ты у нас новичок. Все нормально, все хорошо. Кстати, может тебе вместо вот этой штуки... Да, она на кандидата, кстати. Давай мы тебе вот эту штуку заберем и копье выдадим. И посмотрим, как ты с ним будешь. А вот этот вот Билл мы сейчас выдадим... Далее. Но у тебя виллы на кандидата. Ну, не знаю, виллы тоже хорошая штука. Я не буду их забирать, наверное. Шапочка на кандидата. Погодите, у меня есть шапочка на новичка, да? Держи, дружище. Чепчик тебе, подшлемничек. Так, другое. Вот Билл. Я хотел посмотреть... Ты у нас новичок, у тебя с этим все хорошо. У тебя тоже копье? Да, я вспомнил. Я же говорю, у меня есть воспоминание, что я покупал копье. Видимо, я копье покупал как раз для тебя. Ну и хорошо, ладно. И ты у нас кандидат. Ты у нас кандидат, и на кандидате ты у нас будешь ходить с вот этой штукой. Попробуем. А это у тебя будет на более низкие ранги. Хорошо. Примерно так. Немножко денег подслили. Что у нас есть на новичка? Зачистка на новичка, схватка на новичка. Нет, не пойду. Драка на неумехах есть. Хотя вот зачистка на новичка. У меня новичок практически уже отошел. Почти что. Это не очень хорошая идея, я знаю. Но попробуем. Блин. Пытаюсь этой штукой тыкать, честно говоря, неудобно. То есть я пару раз попал, но я сейчас отъеду, да. Это было понятно. С другой стороны, у копья есть острие, и если им махать и тоже целиться там в район головы, шеи, там будут получаться очень хорошие хедшоты, на мой взгляд. Дуэль на новичке, и пойдет туда неудачница, пусть. Копье против меча. Блин, а вот она отхалывает. Ну фига ли ты тычешь-то, фига ли ты тычешь? Маши! А, ну чего я ожидал? Блин, знаете чего? Очень сильно не хватает посмотреть на здоровье твоего соперника после боя. Иногда очень интересно на это глянуть. Ха-ха, собственно, все. Поехали в кулачные бои. У нас все люди покалечены. Нам пора лечиться. Давненько мы балет не плясали. Нет, 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 нет. Я в блок бью, я слышу. Надо больше атаковать. А, ну да, да, все, спасибо. До свидания. То есть, смотрите, сколько у нас там стоят кулачные бои? Сейчас, секунду. Кулачный бой. 4, 8. Это просто плата за лечение. Пойдемте, знаете что? Мне вот не дает покоя. Пойдемте зачистку на кандидате с Биллом попробуем. Чувак у нас почти цел. Ах, хорошо отхавал. Хорошо отхавал. Два хедшота.
Есть. Есть. Чистая победа вообще. Так, ну пояс мы по традиции забираем. Пальто. Пальто у нас вместо куртки пойдет. А, нет, под куртку. Вот, видите, короче, куртка это верхний лейер. Так что все хорошо. Итак, поехали дальше. Чертовы вилы. А, это не вилы. Я с перепугу уже. Но это крюк-серп. Он меня ушатает. Да. Я ничего не могу поделать против длинного быстрого оружия. Я не знаю, какую тактику выбрать. То есть я сам всегда стараюсь быть с длинным быстрым оружием. Кстати, вон у нас прокачалось на двуручку. Кстати, знаете что? Ну-ка. Управление. Та-ра-та-та-та-та. Я такой пролистываю, потом такой, чё? Ты у нас новичок, вот ты сиди в новичках. Не знаю, копье. Значит, я просто нубас, потому что копье в руках наемников, ну не наемников, а этих чуваков, оно прям очень действенное. Значит, я просто не умею им управлять. Хорошо, у тебя забираем копье. Тебе оно, в принципе, не уперлось, я смотрю. И даем тебе что? Топор на новичка. И... нож. Стой, ну у тебя же прокачалась двуручка-то. А как мне теперь ей дать это двуручное оружие, если оно прокачалось у нее? Кстати, копьем она не умеет обращаться. На тебе топор. На тебе щит обратно. Сиди. Да, дилемма. Хорошо. Пойдемте в кулачный. Да вот хотя бы. Куда? На эксперте. Да ну вы нафиг издеваетесь, меня там убьют. Ай, ай, да хорош! Склеиться не хочешь? У меня здесь супер предложение. Нормально. Чуть не убили, блин. Так. Кстати, что у нас... У нас, кстати, по деньгам не так уж, но я все-таки посмотрю, что у нас тут еще продают. А ты у нас кто? Кожный жилет. Так, по-хорошему, нужно еще всякие аксессуарчики. Меч. Новичка 2 золотых. Но меч хорошо выглядит, кстати. Он такой полуторный, что ли? Ну, не полуторный, а короткий меч, как полуторный, даже длинный. Кулачный на кандидате. Да, пойдем. Подлечимся еще немножечко. Знаете, в чем прикол? Что здесь нету такой механики, как усталость. Как, например, в том же Dark Souls. Я просто как пример привожу, я понимаю, насколько игры разные. Ай-яй-яй, ну, да, понятно было. Что, ну вот ты делаешь там, например, если у тебя тяжелое оружие, ты делаешь 3-4 замаха, потом тебе нужно отдохнуть. Если у тебя легкое оружие, ты можешь сделать 8-9 замахов, потом у тебя заканчивается. То есть, тут такого нету, тут чувак махает до потери пульса. Так, новичок, 33-й. Куда можем пойти? Можем на дуэль в новичке сходить? Давайте на дуэль сходим. Может, что-то заработаем, если повезет. У нас опять... Ой, блин. Чёртово копье! А-а-а-а!
тыкнул, блин, под броньку. То есть я ему... А, уйди, 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 открылся, уйди! Тыкнул меня в спину, на тебе, в челюсть, тварина. Иди сюда. До свидания. Подлая скотина. Так, это мы, кстати, могли и продуть сейчас, если чё. Вот этот тычок в спину, он был очень болезненный. Во-первых, через броньку протыкнул так ощутимо. А, пойдемте, наверное, в драку на кандидате влезем. Ну, хорошо, хоть денег подняли, кстати. Да, тут у нас махач. Шипастая булава, неплохо, неплохо. На меня не переключайтесь, там серп, шипастая булава со щитом. О, молодец, не ко мне побежал. Гляньте, какая пушка. Какие у нее статы? Она тяжелая. Она тяжелая, но так не надо. Я так понимаю, что там очень хороший урон, но все-таки... Так, ну что у вас тут, ребят? До свидания. Спасибо за деньги. Приходите еще. Я буду думать целую неделю. Ну серьезно, драка это просто такой хороший способ поднять бабла. Экзанима, три топора. Нет, не, не, все, это, кстати, фигня, не надо. Так, кандидат, кандидат, драка на кандидате. Да, еще раз пойдемте, какая разница, мне нужно деньги поднимать, так что это хороший способ. Просто бесплатно мультик посмотреть, как они друг друга дубасят. Кстати, тут можно, наверное, какую-то тактику подсмотреть на владение. Но я не уверен, что боты прям идеально всегда владеют. Потому что у меня такое ощущение, иногда меня разделывают очень быстро. А иногда я прохожу очень быстро. И я не знаю, чего это зависит. От того, что я нубас или мастер. Или от того, что боты каким-то образом там тупят или не тупят. Причем я говорю про один и тот же уровень, например. На том же новичке или на том же этом... Я понимаю, что с каждым, чем выше ранга, они становятся все круче и круче. Это я соображаю как раз. Так, я ставлю, что чувак с кувалдой отъедет первым. Не тот чувак, ладно. Я не на того чувака с кувалдой ставил. Я хотел сказать, что мне, в принципе, выгоднее, если победит... Ой, ей, кажется, руку поцарапала, она умерла. Все мои размышления о том, что мне было бы выгоднее, кто бы победил, все, они быстро отлетают на другой план. Потому что мы уже в следующем бою практически. Драка на кандидате. Да, тупо продолжаем забирать деньги. Везет нам с этим рандомом. Сейчас у меня новичок подлечится. Я бы хотел еще в челлендж сходить. Ну, не в челлендж, а в зачистку. Не знаю, я вам уже говорил об этом, но мне зачистка кажется самой интересной частью игры. Самая такая челленджевая, на мой взгляд. И да, я там сливаюсь очень часто. У меня тут даже, по-моему, 50 на 50 не выходит. То есть я побеждаю раз из трех, из четырех боев, что-то такое, но мне все равно нравится. И там есть еще такая дикая доля рандома, кто против тебя выйдет. Ох, чуваку по башке выехали. Спотыкнулся об трупешник. Я тебе помогу. И тебе... И тебя вылечат! Ну что ты делаешь? Серьезно? Ну то есть у тебя же явно шансов выиграть не было. Зачем ты мне подгадил? Взял, тыкнул в меня этой фигнёш. Ладно. Так. Схватка, схватка, драка, драка. Драка на кандидате. Сегодня какой день? День драки на кандидате. Ну, я не могу. Это просто деньги, мимо которых проходить. Ну, зачем? Тут еще у людей брони такой толком нету. Оружия еще толком нету. То есть просто приходят в мясо помеситься и все. На тебе. На тебе.
Вот это была сейчас подстава, скажи. Такие два удара в спину, и чувак такой пошел с остальными меситься. Нормально было. Я помог. Моя работа. На. Вырезаем почки. Срочные операции по вырезке почек. Чувак, ну тебе как бы хана. Блин, а сколько у тебя жизни осталось? Офигеть, вот этот ударчик он, конечно. Сколько у него жизни осталось? Если ему лезвием врыло, тыкнуло, он еще после этого выстоял на ногах. Неплохо. Ну, согласен, я сейчас рискую больше, чисто для того, чтобы хотя бы чуть-чуть экспы получить. Мне нужно этого кандидата на новичка поднимать. И это в основном, почему я за него играю. Драка! Зачистка, блин, зачистка. Идемте. Мне чуть-чуть не хватает жизни, это обидно, но... А-а-а, вилы. Фух, мне нужно было быстро его убить, потому что, видите, один удар, что со мной сделал? Может, кстати, вилы подобрать? Так, дружище, это тебе не надо. А, ну-ка, половинка, половинка. Не, куртка получше будет, спасибо. Еще поясочек у тебя заберу, спасибо. Вот такой буду, песочно-зеленый. Или песчано, или песочно. Ну-ка, вилы. Да возьми, пожалуйста. Да, кстати, виллы у нас... Привет, Вика. Виллы у нас на кандидата. У них... Ну, они тяжелые. Баланс 3, импульс 3. Дробящий, проникающий. Нет, нет, я их возьму с собой, но пойду дальше с Биллом. Вот поэтому я пойду дальше с Биллом. Вот поэтому я пойду дальше с Биллом. Просто аннигилировал. Не то, что уничтожил. А вот это вот то, что называется аннигиляция противника. Два огромнейших, чистейших хеда. Чувак просто в шоке. Зачем я брал с собой щит? Зачем я все это одевал? Ко мне точно так же прилетает частенько. Зачем ты блокируешь? Есть. Парочка хедов уже прилетела. Есть. Достал. Достал. Хорошо. То есть он машет как раз на таком хорошем расстоянии возле головы, что вот прям красиво. Мы сейчас этого чувака реально можем качнуть. Не-не-не-не. Халк, крушить. Он берет на изготовку. Не-не-не-не-не. Вот эта штука меня может убить нафиг. На. Ай-яй-яй-яй. Стой. У меня запасных почек нету. Блин. Ай-яй. Ну это был стан просто. Да, 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 да. Вот попадание под один такой молот, это прям... А, он медленный, но если прилетает, тогда... Вот, да. Кандидат у нас подошел к новичку. Я так... А, нет. Нет, нет, нет. Это один уровень. Погодите. Это только один уровень. Нужен второй, чтобы он стал новичком. Ты у нас новичок. И так. У тебя все хорошо. В твоей жизни все нормально. У вас все наладится. Так, дружище. У тебя тоже все хорошо. Ты. Навыки. Пожалуйста. Маневрирование в броне. Так-то я бы тебе, наверное, боевые какие-то навыки вкачивал бы. Я хочу каким-то своим персонажам вкачать двуручные, потому что, ну, это так, как я ходил в основной игре, и мне это, пожалуй, больше всего нравилось. Со щитами я не очень хорошо умею обращаться, поэтому уж как-то, наверное...
это. Смотрите, все кроме него, в принципе, живые. Так что мы можем сейчас пойти куда-нибудь на новичка сунуться. У нас есть дуэль на новичке. Новичок, собственно, сюда. Пожалуйста, в студию. Зачем я пытаюсь сюда бой перенести, не спрашивайте просто. Мы вернули себе золотой, кстати. Продолжаем тестить копье. Я бы не сказал, что пока что сильно заходит. Я понимаю, что у меня неправильный стиль боя с ним. О, хотя вот неплохо, хэд прилетел. Валим. Есть! Вот это хороший подрезочек был сейчас. Нафиг сходи! Ах ты ж! Урод! Чуть тут отыгрался в конце. Вот это мне прилетело, конечно. Еще застанил, серьезно. Он мог бы сейчас развить атаку, и меня бы просто расплющило, мне кажется. Хорошо. Что у нас предлагает... Зачистку у нас на новичке предлагает. С копьем. Я не уверен, что я хочу. Но пойдем, надо тренироваться. Пойдем, пойдем, пойдем. По-моему, неплохо сейчас пробил. На. На. До свидания, дядя. Хорошо. Что я могу с тебя снять? Перчатки точно мое. Наручи точно мое. Наплечники. Даже если они такие же, они смотрятся круче, я заберу, спасибо. Сапожки у нас на режущий один, колющий один. Да, меняем. Меняем сапоги на вот эту обувку. Должно быть неплохо. Вот эта штука, она поменяет мою, да? Они одинаковые, скорее всего. 2, 1, 1.5. Да, нет, это получше, кстати. Здравствуйте. Все, поехали далее. Вот это хорошо сейчас получилось. Есть! Вот это по тактике сработано. Вот это сейчас было прям красота. Flawless victory. Не, ладно. Так, у тебя тут красивый фиолетовый сет, я смотрю, да? Наголенники. Нарукавники. А, подбитое пальто. Как подбитый летчик, только пальто. А ты у нас гамбизон. А, подбитое пальто на 1.5. Тут подбитое пальто на 1.5. В принципе, то же самое. Просто с трупа сняли, а так все хорошо. Кожаный фартук. А, когда говорят фартук, я на самом деле подразумеваю, наверное, немножечко другое. Рубашка, фиолетовый, этот фиолетовый сет. Нет, фиолетовый сет я брать не хочу. Поехали дальше, чувак в фиолетовой пижаме. Ёп, пересете. Ну вот я и приехал. Это было заметно. Ладно, я столько собирался сейчас, одевался, то-то, сё-то, и такое хоп, бердышом два удара. Здравствуй, как говорится, Новый год. А, драка на... Нет, на драку нет. Знаете, что будет интересно посмотреть? Вот это вот хочу посмотреть. Два моих наемника на новичке. Я готов за это заплатить 1.5 серебряных. Так что да, вперед. Это просто кинцо будет. Давайте, команда неудачников, вперед. Нет, 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 знаете, я ошибаюсь. Чувак с вилами, он не неудачник, он крут. Неудачник у нас... Ох, вот так вот тебе...
Они фокусят одного, кстати. Это... О, хорошо, два раза уже залетело. Так, три. Есть, одну срубили. Красавчики. Давайте, по кувалде теперь работайте. Красиво. Вилами. Молодцы, вообще затащили. По-моему, их даже ни разу не ударили. Ну-ка. Flawless victory. А, ладно, все, ребятушки. Вот на победе надо заканчивать. Это было, кроме того, что победа, это была эпичная победа, когда два наемника затащили. Еще и так круто. Да, да, прикольно. В общем, так мы сегодня поиграли, ребятушки. Спасибо, что были с нами. Увидимся тогда в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.